Опа! Всем привет! С вами снова Ферц, и совсем недавно я закончила скетчбук. Я мну сквиш для привлечения вашего внимания. Вот. Так что сейчас мы будем обозревать скетчбук. Что ж, начала я его в мае, и это был самодельный скетчбук, который очень давно у меня лежал, мне его подарили. И я решила, что все-таки зачем покупать новый, когда у тебя есть целая куча старых, которые просто лежат, и которые можно использовать. Но это была ошибка, потому что уже с самого начала скетчбук как будто немного не задался. И как бы я уже пыталась его начинать в 22-м году, вот что-то нарисовала и оставила, потому что поняла, что бумага мне не совсем нравится. А потом я все-таки решила, что, блин, как-то не круто его вот так вот кидать. Поэтому снова его начала, покрасила этот разворот и дальше начала рисовать. А тут плотная бумага, которая вроде старая госзнаковская. И она акварельная и плотная. И как бы парадоксально это ни звучало, чем лучше бумага в скетчбуке, чем плотнее, тем более скованно я себя чувствую, когда рисую. Вот. Может, вы замечали или нет, что в Clary Fontain, в котором бумага буквально 90 грамм, все просто замечательно выходит. А еще эта бумага для меня слишком белая. И я люблю скетчбуки с кремовой бумагой, поэтому тут, короче, как-то 50-50 все пошло. И тут есть классные развороты, и вы их увидите. Да, не закончила вот эту страницу, но это вроде были как хуманизации всяких насекомых, это мотылёчек. Понравилось рисовать акриловыми маркерами, карандашами, было приятно. Тут просто была идея с конфетти, в итоге мы получили яо и руки. Идея сама по себе неплохая. Может быть, я еще к ней вернусь, потому что у меня еще целая куча этих конфетти. Мне очень нравится, как они нежно смотрятся. Кстати, зацените розовый коврик для резки. Кайфун, да? Вот, мне тоже нравится. Тут просто какие-то дудлс. Обожаю это летнее сочетание цветов розового и зелененького. И я просто... Ну, нарисовать курящую девку — это классика. Это уже... staple, так сказать. Мангу Dungeon Menshi я прочитала за 2 дня. Буквально. Всю. Это началось еще до выхода аниме. Я увидела трейлер, и мне всегда нравились какие-то скрины из манги. Некоторые друзья-знакомые ее читали. И я такая, блин, я готова прыгнуть в этот омут, и буквально прочитала ее за 2 дня, и потом ты сидишь, и ты такой, я голодный, я хочу еще рёкакуя, можно еще постканона манги, пожалуйста. Но там концовка, которая прям активизирует мозговые связи и наталкивает на мысли о продолжении, дальнейшей судьбе героев, и ты просто сидишь, и ты такой, вау, это действительно так. И очень много сейчас ребят, людей тоже с выходом аниме окунулись в эту мангу, я очень рада, потому что она классная, и Рёко Куй действительно родила на свет, знаете, вот видно, когда автор любит свое произведение, своих персонажей. Это просто love child, вот она в ручках принесла. И скажи, кто твой любимый персонаж из Dungeon Menshi, я скажу, кто ты. Я Митрун Кин. Ну вот, нарисовала его на тарелке. Кто понял, тот понял. Очень понравилось. И, наверное, из всех вот этих вот фор-эскизов, когда я пыталась определиться с цветами, мне больше всего... интриговал вот этот вариант, но в итоге все сошлось на третьем. Ну и четвертый тоже как бы хорошо смотрится. И даже если разбирать,
Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой из форэскизов вам кажется самым интересным, какой из форэскизов самый логичный, по вашему мнению, по тону, и какое из этих всех эскизов самое интересное цветовое решение. Потому что у меня глаз падает постоянно на вот эти вот два, вот эти. Но в первом варианте тоже что-то есть. И вот эта контрастность, хотя они все как будто бы все вместе четыре друг друга дополняют и уже создают какое-то впечатление о работе даже вот от этой. Так что буду рада почитать ваши комментарии. Ну, разворотик очень простой. Пыталась сделать всякие маленькие зарисовочки. Я фанатка этого Гарфилда. Он очень смешно лежит лицом вниз. И я фанатка вот этих Мифи. Они просто прелестные получились. Это очень какой-то тоненький карандашик. Да, Pentel Oren 02. Блин, я сейчас как чихну, не пугайтесь, пожалуйста. Или чихнула. Ура, я не чихнула, все. Мы спасены от моего дедовского чиха. Там бы сейчас было ача! Вот. И радужный карандашик. Если увидите где-нибудь вот такого малыша, который называется Мультипульти, берите. У них очень прикольно вот эти вот цветные стороны сложены. И можно под разным углом выбирать, какие будут переходы или сочетания. В отличие от таких радужных карандашей, где куча мелких, они просто все смешиваются в такой один грязный какой-то цветовой переход. А вот этот карандаш, из-за того, что у него... Блин, я сейчас вам даже покажу немножко. Вот, допустим, если сверху смотреть на эту дюбку, вот тут вот серединка, и каждая четвертинка — это какой-то цвет. Вот. И поэтому, когда, допустим, здесь синенький рядом с голубеньким. И если его повернуть вот так, можно контролировать эти переходы цветовые, меняя наклон карандаша чуть-чуть. Там вот красный рядом с синим, но он фиолетовый смешивается. Но если чуть его повернуть, то получается красный с оранжевым, и там зелененький следом. И оно гармонично смотрится. Вот. Этот карандаш, он даже дешевле и логичнее сделан, чем вот этот вот кахануровский. Я думаю, что, может, вы их видели в художественных магазинах, в Леонардо том же самом. Сори, что в расфокусе, он чисто на страничке сейчас идет. И здесь такой вот сеточкой вот эти вот все цвета распределены. И когда ты этим большим карандашом рисуешь, и ты не контролируешь ни угол, ничего, этот синий, он просто смешивается в такую грязюку. Если вам такой эффект нравится, вот, но если на него сильно не нажимать, ну, видно даже, как эти вот радуги появляются, вот, то получается такой эффект. Вот такой вот. Ну, тут уже на любителя. Короче, я фанатка вот этого карандаша. Им еще классно делать как лайн-арт, потому что он довольно плавно переходит. Вот, все, я поделилась с вами. Так что берите себе на вооружение этот факт. У меня из этой серии кахануровской еще были карандаши. Есть вот этот вот, я называю его американский, потому что тут сине-красно-белый, ну или Россия вперед! Ну, как два контрастных цвета неплохо. У меня вроде еще где-то были. Был какой-то тропический и черный, который называется Magic. У него прям... Сейчас, если он здесь. Не помню, куда засунула. Короче, у него неоновые цвета. Вот он тоже прикольный. Вот он мне нравится из этой серии русских карандашиков. Вот. Возвращаемся к скетчбуку. Так. Едем дальше. Здесь самое смешное, что больше всего мне нравится вот эта зарисовка с пилотом, простенькая. Для тех, кто здесь впервые, пилот 01 — это мой персонаж. Сеттинг там, короче, постапокалиптическая раздолбанная земля, по классике, короче. Чем он занимается? Всякой фигней. Забирает всякие железки и
Он няшка, все, все, что я могу сказать. Вот здесь моего другого пилотика рисовала Саша в подарок. Прелестно получился. Мне очень нравится ее стиль. И мне нравится, как она одела его в такие классные широкие штаны. Такую вот сумочку ему дала. Короче, сделала современным няшным мальчиком. Это, короче, от конфеты бумажка. Там еще была наклейка. Может, если вы заметили, вот там была такая наклейка. О, кстати, это Лера рисовала по рапу рэпера You Gotta Believe. Обожаю эту песню. Послушайте, если вам грустно. Вообще, посмотрите прохождение по рапу из рэпера на PS1. Я думаю, что если грустно, всегда можно включить You Gotta Believe. Просто летняя картинка смешная. Тут и карандаши, и гуашь, и какие-то ручки блестящие. Вот этот червь меня с ума сводит, он получился мега тупой. Вот, летом люблю такие клубнично-поедающие картинки делать, потому что это актуальный мотив в эту адскую жарищу. Если вы уже съели 200 килограмм голубики, я вас поздравляю. И клубники тоже. Тут пошли камешки. Приятно рисовать классных персонажей, которые не твои. Я думаю, мы все знаем это чувство. Тут дальше тоже будет еще разворотик с камешечками. Очень понравилось делать эту композу. И когда я сделала вот эту деталь с фартуком, я почувствовала себя гением, миллиардером и филантропом. Вот, потому что получилось очень интересно, учитывая, что персонажка волшебница. Вообще классно. Ну, и вы можете здесь заметить влияние Платона-Батона, такое квадратное. Это все потому, что мы находились буквально в 5 сантиметрах друг от друга. И так случается, что когда ты долго смотришь на чьи-то картинки или долго просто окружен картинками этого человека, ты поневоле начинаешь немного перенимать его чувство формы. Ну, тут уже мое чувство формы, это заметно. Изначально персонажка не была нарисована так, ну, в плане, в описании ничего не было про Сисяо. Это уже моя вольная интерпретация данного персонажа. Но очень смешно было узнать, что заказчица уже у друга художника заказывала эту же персонажку, и он мне присылает то, как он ее нарисовал, и я такая... Ясно, у меня тупо бимбо-версия получилась, и очень смешно было. Но я думаю, что все остались довольны в итоге. Это прекрасная Полина Шибан, бимбо-королева. Она точно так же выглядит в реальной жизни. Здесь написано «Smokey Eye» на арабском. Вот, а это ее автопортрет. Вот, нарисовала. А тут случился Honkai Star Rail. Я прошла сюжетку вот эту вот с Пинаконией. И все, что я могу сказать, я просто думала о том, что его крылышки можно типа сделать крылышками KFC. Дам пожарить, съесть. И Сандей, он интересный персонаж. Честно, я представляла его форму... Так, тут немножко будут спойлеры про Honkai. Я представляла его финальную босс-форму как-то совсем по-другому. И когда выкатили вот это огромное существо, я такая, а где архангел какой-то? Почему он выглядит как рояль-мутант? Ну ладно. Бумага — это для акварели, кстати. Не очень. Не знаю, видно или нет, но, к сожалению, сильно просто впитывает. Ну, опять же, продолжая эту вот тему с Сандеем и просто ангелочки. Какие-то рандомные присульки гуашью. Вот. Блин, вам немножко засвечивает. Подождите, я тыкну. Ой, темно. А вот так. Ну, жить будем. Масляная пастель. Тут я просто пошла в разнос. Очень нравится иногда просто делать живописные работы без какой-то сильной графики.
И масляная пастель именно тот материал, когда хочется сделать поживописнее. Вот. Жду ваши реакции в комментариях на мои слова о том, что это красный. Если вы считаете, что это оранжевый, я считаю, что рядом с этим фиолетовым и зеленым он выглядит более красным, чем оранжевым. Но если вы скажете, что это оранжевый, может, мы подеремся, потому что это, как, знаете, типа красно-оранжевый. Это цвет, который находится на грани. Кстати, очень много споров еще было по поводу вот этого цвета, потому что для меня это лиловый фиолетовый, а для людей это голубой. Ну, тут уже тоже жду драку в комментариях. Вот. Тот, кто считает, что это фиолетовый, я вас целую в щеку. Тот, кто считает, что это голубой, no comments. О, очень понравился этот разворот тем, что я попросила подружку, она рядом была, и там как раз был тот самый Клэри Фонтейн Flying Spirit Sketchbook, который я так люблю и обожаю. И она такая: «Я могу тебе его взять сейчас?» Я просто сижу, у меня еще половина этого скетчбука, и я такая думаю, мне срочно надо его уничтожить. Ну, у меня просто такое чувство неудовлетворения, если ты скетчбук не заканчиваешь, и он просто лежит такой, типа, полупустой, да, вот, поматросил, бросил, все. Но я думаю, что это не сделала, и поэтому я быстренько принялась что-то скетчить. И сразу отвечаю, это сухая пастель профессиональная, она классно, хорошо растушевывается. В отличие от каких-то более бюджетных серий, можно сделать очень много мягких и нюансных переходов. Это восковой акварельный карандаш. Люблю его за то, что он дает такую грубоватую текстуру. И масляная пастель тут вот белым кое-где добавлены детали. Не знаю, видно вам или нет. Короче, такая вот няшная штука получилась. Ой, кто тут? О, тут пилотик. Да, я решила защитить вот этот разворот, потому что сначала я обмазала его белой пастелью масляной, потом прошла сверху краской, вот здесь вот видно, где из, ну как, короче, из-за пастели, пардонте, не попала краска. Ну и потом здесь уже появились разные текстуры, фактуры, детали, много. Когда спрашивают, типа, блин, как вот с масляной пастелью, да, сделать мелкие детали. Просто берете цветной карандаш, и она, как это работает. Вот у вас есть цветной карандашик, по сути, когда вы сквозь масляную пастель рисуете, он как процарапывает себе путь к бумаге, и таким образом можно сделать детали. Вот. Но самое главное, что всегда иметь на руках салфетку, потому что пастель остается на кончике карандаша, и чтобы все было пучком, лучше пользоваться салфеточкой. Ну и впоследствии, конечно же, лучше закреплять результат лаком для пастели, чтобы ничего потом не размазалось. Вот такой вот прекрасный пилотик. Очень-очень красивый. Может, сделаю с ним мозг-карточку. Такс. Вот это вот тоже был спидранный разворот. Открытка, фотка от подружки, Лерина визитка. А тут у нас с Лерой был коллаб. Я сделала скетч, а Лера уже сделала лайн и чуть-чуть покрасила. Или уже я красила. Я не помню, короче. Это наклейки Вики Цвай. Это наклейки Терри. А эту наклеечку мне подарили. И вот тут вот штука от шоколадки. Мне просто показалось, что она здесь будет в тему. Вот тут вот тоже продолжается наш с Лерой коллаб. Она очень много раз написала мой ник готическим шрифтом. Спасибо, Лера. Мне вот это вот нравится. Гениальная вещь. А потом я нарисовала здесь Юки. Вот. Такая вот няшка получилась. Ну и потом я такая, блин, Юки и Тайки такие милые, и поэтому я нарисовала их вместе, потому
трусах. Все. Оранжевый с фиолетовым. Топ-сочетание. Тот, кто скажет, что это голубой, подеремся. Тот, кто считает, что это фиолетовый, я целую вас в щечку. Наклеила глупых наклеек. Я фанатка этого тупого хомяка. И мне нравится рисовать мифи. Вот. Тут уже опять было спидран на то, чтобы закончить этот скетчбук. Здесь просто томата клубники. Знаете, когда просто отключаешь мозг и все. Вот это мятная акварель. Это акварель с белилами от «Белых ночей» или «Сане». Я не помню. Или «Мастер-класс». Боже мой, я забыла. Ну, вы помните эту серию, наверняка, пастельных оттенков. Они прикольные. Мне нравится, что можно с ними много чего разного делать, добиваться и прозрачности, и плотности, как видите, каких-то переходов. Так что хорошие, хорошие, прикольные оттенки. Нетипичные. Мне не понравилось ее лицо, но я считаю, что это решение самое лучшее. И здесь вот мой любимый оттенок красного, это вроде киноварь, вермилен, вот. Обожаю этот красный, который тоже, по сути, на грани, типа, с оранжевым. Вот такая вот я. Люблю эджинг. Но можете использовать это против меня, я не против. Да. А вот я закончила этот скетчбук 27.06. Это, получается, июнь был. Ну, вот такой вот май-июнь. Пожалуйста. Тестовая страничка по классике. И все. Бах. Вот такой вот скетчбук. Не слишком длинный, не слишком короткий, со всякими прикольными штуками, которые здесь получились. Мой самый любимый разворот здесь, это, конечно, с пилотом. Ну, это очевидно. Вот, мне еще нравится, что звездочки отливают металликом. Вот такие вот рисуночки. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Переходите в телеграм-канал, разорвите группу ВКонтакте гениальными комментариями, делитесь видео с друзьями. И, пожалуйста, используйте SPF, потому что я очень сильно держалась, чтобы не разодрать руку. Как видите, я попала под раздачу солнца, и волосы выгорели. Да, белого, а я подпеклась, как курочка-гриль. Просто, чтобы вы понимали разницу. Вот, та самая грань, где меня поджарило. Вот. Все, увидимся с вами на Муркете и на цирковом пикфесте. Let's go! Все. Всех целую. Всем до скорых встреч.